Когда я заводил мышку, я решил каждую неделю снимать ее на видео, чтобы смотреть, как быстро она растет. И вот она сейчас выросла, и теперь я могу поделиться с вами этим очень милым видео. Никогда не думал, что это происходит так быстро, и честно сказать, я очень сильно удивлен. Я буду дальше снимать такие видео в моем ТикТоке и в моем Инстаграме.